Всем доброго времени суток. Вот такой решил сделать обзор чайника. Мне подарила мама на праздник 23 февраля. Плюс экономия. Я, конечно, тем уже не пользуюсь уже давным-давно. Я грел либо в ковшике, либо это. Я присматривал. Но мы как-то случайно зашли вот совсем вчера в магазин. И она уже смотрю, что она что-то хочет мне подогнать. Ну, тем более к кухне. Я, конечно, с таким чайником первый раз, у меня обычные, как все помните, чайники обычные железные. А здесь, оказывается, он, видите, получается свисток и кнопочка, да, то есть наливать чай, вот нажать ручку, вот здесь ручка такая. Я таким не пользовался ни разу, я врать не буду. Ну и вот закрыть, дальше поставить его. Я думаю, что он будет свистеть. Мы сейчас это все посмотрим. Не знаю, чья фирма. Нофман какой-то. Вот. Значит, вместимость у него 3,3 литра. Ну, мне за глаза. Единственное, что надо проверить, вскипятить. Все ли работает и так далее. Чек я не выкидывал на всякий случай. Проверим механизм, будет свистеть, не будет свистеть. И как бы это. И экономия по электричеству. Хотя я уже 2 месяца не пользуюсь. Только после 11 иногда пользовался это электронагревателем, который вот этот термофор это стоит. Как он называется? Вот термофор. Это я все с котлами, с печками, все термофор. Теплодар, все меня понесло. С ними отработал просто много лет на этих печках. Я хочу попробовать, и как раз посмотрит мама, то, что он не течет, обзор она все равно, может быть, глянет. Будет спокойно, что он качественный. Ценник у него приемлемый. Вот. И теперь буду вот гости, теперь надо красивые кружки. Чик. И наливать будет классно. Вот снизу. Не знаю, я искал Маден Чо, но оно ничье. Вот, цена его вот у нас. Видите, какая. Вот, говорит, как раз на кухню тебе дизайн железный. Это будет красиво смотреться, дополнять твою кухню. Ну, а почему бы и нет? Мне кажется, и мыться будет хорошо и так далее. Давайте, найдем сейчас воды и посмотрим. Ну что, возьмем, откроем этикеточку. У меня в воду не сходит вода. Прихватило где-то. Теперь не одно, так другое. Новый ковшечек у меня. У нас все тут на чуть-чуть осталось, который выкинуть. Быстро закончилось. Ковшечек. Хозяйственное мыло, кстати. Так, наливаем. Сейчас полный. Да? Ну, под гудок. Под гудок. О, как хорошо. Сейчас засеку время, за сколько он закипит. Так, как лучше поставить? Вот так, наверное. Крышку брать. Так, поперек. Так, тык. Не вот так, чтобы было вот пальцем, если надо. Так, ну что, ждем, загудит, не загудит. Газ горит отлично. Кстати, мороз дованул 30-ку. Газ слабовато горел. Одна конфорка только осилил. Даже зимний газ. Две кое-как. Вот. Ладненько. Так, ждем закипания. Прошло 15 минут. Ровно. И вот он кипит вовсю. Подтеков нет.
Но свист стоит не сильный. Слышите, еле слышно его. Ну все, в принципе. Если потише. Ну все, можно налить чайку. Что мы сейчас и сделаем сейчас, в данный момент. Все, отдыхай. Не сильно. Раньше, помните, свистки, как было, и вот и фильмы многие показывают старые, да? Свист такой стоит, мне кажется, все деревня слышит, что чайник закипел. Вот это можно не услышать. Ну ладно, сейчас я подготовлю кружку. И это, нальем чайку. Так, ну вот сейчас чайку. Я поеду. Ванечку отвезу на танцы. О! Но новый тест чайника, конечно, можно было воду вылить, но я вот этот. Ну, кипяченая вода-то она, кипяченая вода. Правильно? Так. Берем. Что тут нажимаем, да? Тык. Теперь мы кнопочку нажимаем, тык, тык. Чем дитя не чешилось, да? Но интерьер смотрится вообще обалденно. Прям все, у меня железные блестящие кастрюли и так далее. Маме большое спасибо за подарок. Прям кухня, прям для экономии и так далее. Прям ух. Так, ну что у меня тут? Круженция. Чаек у нас. Грифельд, да, или как он там называется. Ну вот, можно попить чайку, горяченького согреться. Ну и я поехал. Сейчас попью чайку, пойду. Мои гуляют. Сейчас глянем, пойдемте глянем. Девки гуляют, а Юрий закрыл, потому что он теперь к Чезе пристает. Я он отогреваю. Они не доели. Отогрею, разогрею. Приходится. Мороз стоит нормальный. Тест чайник. О, снег пошел. Так, морды. Ёлка сразу за мячик и отчет. Я заведу машину. Сейчас я выпущу. Честно, я тебя сейчас закрою. Да. Я тебя закрою, а Каюра выпущу. Пусть еще по туалету походит. Любопытный Варваре, ты знаешь что-нибудь? Куда ты ко мне лезешь, морда? Давай от винта. Завелась. Это хорошо. Угу. Пораскрывал тут. Так, Чизатрон. Пойдем. Я тебя закрою, а Каюру выпущу. Вон какая ческа сзади. Интересная, красивая. К свадьбе готовая, да. Чес, иди. Каюр, твой выход. Гуляем по очереди. Пошел. Где девки метель, сейчас он будет все проверять. Пойду одеваться, переодеваться и так далее. Снежок пошел. Блин, обалденная погода, конечно. Но сегодня дела.
Вот так вот, господа хорошие, товарищи, коммунисты, капиталисты. Тест прошел удачно. И сработает, потом печку включу. Увидимся на каналах. Ну, за подарок маме особенно большое спасибо. Очень приятно. Все по-хозяйски. По хозяйству, вернее. Все пойдет в дело. Вот. Это лучше, чем носки, трусы и шампунь. Это как вот там, пенка для бритья. Обычно дарят, да? Хотя это тоже для мужчины немаловажно. Потому что это очень большой расходный материал. Вот. Все, давайте. Всем пока-пока. Увидимся на каналах. Всем хорошей погоды. Настоящая зима. Все.